Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 5 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Из зарубежной литературы. Творчество Даниэля Дефо. Роман «Робинзон Крузо». Рубрика «Размышляем о прочитанном». Третий вопрос. Кто может назвать себя Робинзоном? Какими качествами должен обладать такой человек? Ответим. Робинзоном может назвать себя тот, кто останется наедине с природной стихией и будет вынужден самостоятельно справляться со всеми сложностями, возникающими в подобном положении. Он должен практически с нуля начинать свой быт, свою жизнь. Такой человек должен быть сильным духом, обладать терпением и оригинальным мышлением. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!